У Брянской области в Государственной Думе появился новый представитель. Теперь интересы региона в Нижней Палате будет отстаивать Виктор Малашенко. Депутат уже провел первую встречу с исполняющим обязанности губернатора Брянской области Александром Богомазом. Виктор Малашенко имеет большой опыт депутатской работы. Ранее он был депутатом 4 и 5 созывов Государственной Думы. После того, как Александр Богомаз сложил депутатские полномочия, Виктор Малашенко занял его место в Нижней Палате парламента. С 1 октября нынешнего года наделен полномочиями депутата Государственной Думы. Александр Васильевич вчера был в Государственной Думе, и мы договорились, что проведем сегодня рабочую встречу, в ходе которой мы обговорим вопросы дальнейшего взаимодействия. Ну так получается, что теперь я буду в единственном числе депутат от Брянской области, но это нас должно отмобилизовать, и мы единой сплоченной командой будем продолжать работу во благо жителей Брянщины. Свою работу депутат намерен начать с приема граждан. Причем встречи с населением Виктор Малашенко планирует провести не только в областном центре, но и в области. Приоритетным направлением в работе депутат считает содействие в решении социальных и экономических задач области и реализации федеральных программ. В завершении встречи глава региона поздравил Виктора Малашенко с возвращением в депутатский корпус и пожелал успехов. Владислав Боровский при содействии пресс-службы правительства.